Высококвалифицированные специалисты ЛИФ госпиталя при университете Истинье Турция в течение 2 дней принимали пациентов в Махачкале. Одни из самых востребованных врачей – хирург-ортопед и детский гематолог-онколог – провели приемы на бесплатной основе. Консультации проводились в медицинском центре «Инклиник». Более 50 дагестанцев обследовались у зарубежных врачей. Что удивило турецких специалистов в нашей республике, расскажет Асель Манапова. Маленькая Айшат родилась с многочисленными пороками развития. Она постоянно находится на лечении. Но сегодня у нее появилась возможность получить консультацию у турецкого специалиста Ясемин Алтунэртарун. Врач-гематолог-онколог из Стамбула впервые приехала в Махачкалу и провела прием для всех остро нуждающихся пациентов. Как отметила Ясемин, заболевания детей в Турции и в Дагестане аналогичны. Но есть то, что сильно ее удивило. Эпидермис билдоза для нас это не так распространенное заболевание. Здесь 170 пациентов увидеть для нас это было немножечко шокирующе. Ясемин Алтунэртарун связывает это с тем, что у нас в республике достаточно много браков среди родственников. Это и может быть причиной такого большого количества детей со столь редкой болезнью бабочки. Доктор Тарун детским гематологом в Турции работает более 20 лет, и у них это заболевание не так сильно распространено. Не менее талантливый специалист, хирург-ортопед Халук Чабук также принял пациентов в инклиник. Севиль Махмандярова записалась к нему, чтобы узнать, требуется ли операция ее матери или можно обойтись. Она показала снимки и была довольна консультацией. У мамы было в 16 году, делали ей позвоночную грыжу, и вот после этого у нее были последствия. И вот мы решили провериться, как там дальше нам быть. Ну, он порекомендовал нам сделать сегодня МРТ. Пришли к нему, он сказал, к операции не подлежит, так все нормально, лечение назначил. За 2 дня турецкие врачи приняли более 50 человек. Все получили назначение и рекомендации. Есть пациенты, которым назначены операции. Мы рекламировали данное мероприятие о том, что будет бесплатный прием, активно распространяли эту информацию. И запись на прием к специалистам, в частности к ортопеду-травматологу, была закрыта в первые 2 дня. В дальнейшем мы, конечно, пытались, планировали и приняли дополнительно еще 15 человек. Визит турецких врачей в Дагестан организовал благотворительный фонд «Инсан». Целью приезда зарубежных специалистов является обсуждение возможных способов оказания высокотехнологичной медицинской помощи пациентам из нашей республики в стационарах Стамбула. 2 дагестанца уже точно будут готовиться к поездке в Турцию для получения необходимого лечения. Асель Манапова, Салман Гитихмаев, новости ННТ Махачкала.